Здравствуйте, Коля Лужков. Это видео снимаю специально для вас. Вы хотели увидеть, как работает веялка для зернового корма. Ну вот смотрите, сколько шелухи много. И попугаям сложно отыскивать корм. Но даже не в том дело, что сложно, а хочется, чтобы было как можно меньше потери хорошего корма. Шелуху нужно каким-то образом отвеять. Это можно сделать своим ртом, но наши бактерии могут нанести вред птицам. Что нам, конечно же, не нужно. Можно на ветру, там, ну, в общем, масса способов. Но я сделал, как видели вы на предыдущем видео, подобную веялку. У меня здесь тесновато. Клетки, в общем, места мало. Я установил ее на таком маленьком стеллажике, так сказать. И вот такой лоточек для забора корма. Сейчас включу в розетку выпрямитель. Ну, в общем, что, запускаем. Пожалуйста, чистый корм, шелухи нет, корм отправляется в кормушку. Вот на свету, еще раз видите. Просто когда мы дуем ртом, возможно, попадут какие-то капли слюны и прочее. Ну, в литературе, в общем, пишут, что даже нежелательно птиц кормить изо рта. Я думаю, это не просто так писали. И потому решил я сделать такую вот веялку. С овсом дело немножко хуже. Объясню почему. Когда попугаи разлупывают овес, остаются вот такие вот шкурочки. Они, в принципе, еще съедобные. Как бы попугаи выедают серединку. И оно даже вот больше похоже на овсяные хлопья. И зачастую эти шкурочки остаются после провеивания. Вот сейчас я вам покажу. Вот видите, шелуха отошла, а шкурочки и те остаются, они просто еще имеют вес. Вот. Но главное, что нет пыли и мелкой шелухи. Тут еще можно спокойно попугаем перебирать этот корм. Тут еще питательного очень много. Этот картон я установил, чтобы меньше было сквозняка, потому что вентилятор довольно-таки неплохо гонит воздух. И я заметил, что попугаям это не очень нравится. И решил я заделать картоном. Ну вот, пожалуйста, такой корм. Ну, в общем, на ваш вопрос я ответил, просьбу выполнил. Всем спасибо за внимание. А нет, стоп, покажу вам, что у меня есть. Начало не очень удачное у меня этого сезона. Ну вот такие два чудика уже имеются. Ну а теперь всем спасибо за внимание. До новых видео.